Так, теперь нам надо ставить вот сюда черные резинки для стекол. Поэтому я взял этот самый. Прямоугольничек и начинаю его подгонять. Так, вот сюда мне нужно подогнать его. Где-то так, наверное. Тут нам надо закругление сделать. Ну, они такие большие. Вот так, я думаю, будет аккурат. Так, здесь. Вот так. Хорошо. Ну и то же самое возьмем кружочек сейчас. Чем мудрить-то вам? Кружочек сделаем ему 2 мм, 2 сантиметра. Посмотрим, как это будет выглядеть. 2. И. Сгиб. Поменять места. Ну, ясно, что этого много. Даже один много. Сделаем 0,6. Угу. 0,6. Так. Теперь нам надо его вставить. Так, и видим, что он явно тут маловастенький. Увеличим, да и все. Ну вот резинки у меня все стоят. Так, что нам осталось? Ну, нам надо сделать пол еще, что не составляет труда никакого. Да. Просто пластину сюда бросить и все. Сложнее будет с фарами и с передним радиатором. Вот радиатор. Так, чего еще не хватает? А, заднего бампера. Ну и начинки, но начинку мы пока делать не будем. Там тогда придется и руль делать, и все придется. Мы поставим стекла, которые более-менее затемненные. И все пока вот так. Наверное. Иначе я никогда не закончу этот автомобиль. Ну договорились. Значит, делаем бампер. Тут еще полоска, надо сделать знак стоп. Фары и решетку. И, наверное, на этом все. Ну, с решеткой, я думаю, никаких проблем не возникнет. Так, вот где-то так мы ее примерим сейчас. Посмотрим, то ли это может быть чуть поболее. Так, помощнее, брутальнее так. Так. Ну и теперь надо рассчитать, сколько нам надо, чтобы у нас четное количество получилось. Да. Давайте посмотрим. Так, где у нас кубик этот? Так. Ну, мы должны видеть это, конечно, дисплей.
Так, и говорим, что по вот так. Нет, то давайте не будем делать. Сделаем по С тоже не будем. Вот здесь. Так. Давайте глянем, как там выглядит эта решетка. Но она по длине, конечно. Она по длине. Так. Еще побольше сделаем. Вот, допустим, раз, два, три, четыре, пять. Ага, хорошо. И здесь где? О. Вот за это нам не надо. Вот здесь сделаем. Так, хорошо. Теперь превращаем его. Берем это. Это можно было не делать. Потом, в принципе. Так, селектируем. О, 10. Удобнее. Так, и вот так. Ну, раздвинем. Теперь перейдем сюда и выделим вот эти. 5, отлично. Тут очень просто. Берем и зажимаем. Пошли. Вот так. Такую заготовочку сделали. Ну и теперь под нее добавил. Закинем шифтом. Так, пойдем сюда, сюда. Так, я подозреваю, что здесь маловато полигонов, посему она так делает, да? Ну, давайте кубик добавим ему полигончиков. Subdivision. Вот так. И еще раз теперь. Так, что такое? Почему ты так себя ведешь? Ноль. Возьмем 3, допустим. Да. Тут просто я переборщил. 0,5. Так. И вот этих subdivision здесь. Вот так. Вот так она будет. А то так слишком она потянула за собой. 0,5. Вот так. Хорошо. Смотрим. Угу. То, что нужно, единственное, что, скорее всего, надо здесь дырочки сделать. Так, давайте отойдем еще раз назад, где я добавил там слишком много полигонов. Было. Лучше сделать здесь 0,5. Так. 0,5. Отлично. И здесь, скажем так, 2. Раз, 2. Отлично. Хорошо. И вытянем вот эти.
Вот эти полигоны, потому как это все-таки решетка, ребята, да? Вот так. Ну, мне как бы надо здесь тоже дырку проделать, да? Сама. Я тут стою. Тут какой-то неприятный момент вот здесь. Сейчас мы его поправим. Так. Давайте добавим здесь тогда. Здесь в прорези, что ли? Здесь не надо, и вот эти полигоны уберем, вот эти. Так, ну да, где решетка? Ну сейчас все нормально. Вот теперь там дырка такая. Нам нужна дырка, так, только здесь, сейчас, секунду, один полигон не убрался, мне кажется. Откуда он торчит, там полигон какой-то непонятный. Или это в кубике. Сейчас вытащим. Чем больше деталей, ребята, тем, конечно, сложнее начинать с этой работы. Ну-ка, развернем. В чем дело тут? Вот тут полигончик какой-то торчит непонятный. А я думаю, это там. Это когда ты что-то делаешь, задеваешь случайно, потом надо все это возвращать. Секунду. Оно вот так просто отрежется и все. Отлично. Что-то лишкое. Оп. Что-то лишкое сделал. Этот надо удалить, этот, это все лишнее. Да? Ну, тут какой-то тоже лишний кусочек. Да, сейчас удалим и все. Бевел включил. Отлично. Ставим на место.
Так, 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 так. И потащим его сюда. Ну и посмотрим. Да, вот это то, что надо. Поглядим. Все рендерится у меня пока. Дальше работаем. Так, ну хорошо, вот теперь с дырточкой все прекрасно. Да, я забыл, еще колеса надо будет делать. С ними повозиться придется тоже. Так, а теперь нам нужно... радиатор напишем. Радиатор, отлично. И теперь надо фару сообразить. Так, plane. Тут, по идее, тоже надо продырявить. Так, разрезать сначала надо, вот что я думал. Как получится эту штуку резать? Ну да, в принципе, да. Вот так. Так, смотрим, ничего не нарушилось. Вроде как нет. Ну и тогда мы можем спокойненько здесь вот этот кружочек вырезать. Сейчас мы его подвинем. Немножко сюда. Немножко сюда. Эти сдвинем сюда. И вот это опустим вниз. Выделяем этот полигон и его уменьшаем. Экструд внутрь. Вот так. Я просто хочу его отрезать. Вот так. Вот так выделить его туда. И там его как бы и отрезать. Вот так вот. У нас такая дырка получилась. Хорошо. Да. Теперь можем сюда ставить фару. Хотя, чтобы это осталось квадратное, попробуем-ка мы сейчас ее вот так сделать. Раз, два. Я думаю, достаточно. Ну да.
потом здесь надо сделать. Все равно она такая не делается. Ну, в общем, ребята, это все ерунда. Потому что я сюда хочу просто фару поставить. Можно назад отойти. Лишнего не делать. Вот так. Так, фара у меня будет квадратная. Из кубика. Который, естественно, мы сейчас уменьшим, как только сможем. Так. Ну, тут от нас будет зависеть, какую мы фару хотим, да? Сейчас я размерами определюсь, а потом фару отдельно сделаю, да и все. Так, так. Ой, что же он такой здоровый-то? Фарище. Так, фарище при фарище. Ну-ка. Теперь, наверное, легче уже будет подгонять ее с помощью вот, вот этого. Угу. Так. Превратим ее в эти. Сюда. Сделаем чуть-чуть у нас косик. Так. И теперь опустим. В итоге мы получили, что хотели. Так. Сейчас смотрим. Да, это первая часть. Смотрим, надо ли нам больше. Может быть, нам чуть поглубже сделать фару. Пригодится. Так, ну и сейчас, конечно же, поступим следующим образом. Мы ее, вот эту часть им, экструд сделаем. Вот так. Угу. Ну и потащим назад, что там скрывать. Тащили назад. Отлично. Далее мы сейчас пойдем и скажем, нам нужен опять же бевел. Ага. Ну, делаем тоже 0,6. Вот так. Отлично.
лимит, конечно, подключим. И здесь сделаем вот так. Вот, вот так будет фара. Ну а внутрь давайте вставим и полусферу такую. Ерунди, до конца стекло потом поставим. Рифленое может быть, а может быть и нет. Ну, во всяком случае, я сейчас предлагаю взять цилиндр. Вот он. Повернуть его на букву U. Нет. На букву X. Вот так. И, естественно, уменьшить. Сюда его уменьшить как можно сильнее. Вот. Вот. Так. Такой компот. Шире. Вот это сжатие наш будет. Теперь пойдем слайс. Так, неправильно с вами взяли этот, кстати, объект. Извиняюсь, ребята, извиняюсь. Так. Уберем его. В этом случае лучше взять уже. Так, кто у нас? Туп, конечно. Туп, ютуб. Так, сделаем. 5. Сделаем совсем маленько. Так, перевернем его по иксу. Подвинем сюда. Сейчас давайте вот этот вид перейдем. Сразу будет видно, какой величины нам нужно. То есть я хочу отражатель поставить вовнутрь. Вот сюда. Для чего мне надо чуть меньше сделать? Так. Ну и это, естественно, тут буквально ничего. 5, 6. Смотрим. Ставим на место. Ну, конечно, куда нам 100 сантиметров? Нам это нафиг не надо. Мы его вот здесь увидим. Так, сколько нам нужно. Ну-ка. Угу. Да. И по величине теперь, по высоте. Вот так. Хорошо. И теперь слайс. То есть вырежем из нее то, что нам нужно. Угу. Так. Где у нас слайсик? Вот так мы ее вырезали. Ну, может быть, в объекте сделать побольше 6. И двинем. Да. Вот там внутри у нас будет находиться. А спереди стекло. Угу. И сделаем 6,5, чтобы какая толщина была. Хотя это нафиг не надо, но. Половины.
Готово. Потом стеклышко поставить. Сделать его рифленым и поставить туда стекло. Сейчас я посмотрю, какие здесь стекла. Пуру. Ну, почти никакие. Ну, тут вообще все сложно. Ну, что? Ну, ладно. Давайте поставим туда тоже кубик, на всякий случай. Ты говорю, я утопаю в деталях, иногда меня заносят. Я начинаю в деталях утопать, вместо того, чтобы взять, закончить, потому что это никто не увидит никогда. Я начинаю топить себя в деталях. Ну, ничего сделать не могу, характер такой. Представим, что это вот и есть тот самый фонарь, который светит нам в дороге. Филет сделаем его, ну, не такой, поменьше. Вот так. И потом, когда мы поставим стекло, то что-то будет такое тут выделяться. Давайте мы еще сейчас чуть больше сделаем. Вот. Такая хищная морда будет. Хорошо. Подбираемся, подбираемся к концу. Так, теперь пойдем назад. Нам сзади надо сделать бампер. Да. Ну и еще колеса там. Естественно, колеса.